На сайте Главного управления МВД России по Иркутской области появилось видео, где сотрудники ППС пытаются поймать сбежавшую обезьяну. Звонки в полицию, пожарную охрану и к нам в телекомпанию стали поступать от жителей 88-го квартала еще 14 июня. Обеспокоенные ангарчане сообщили, что по крыше их дома бегает капуцин. Выяснилось, что пара экзотических животных сбежала накануне из частного дома в Майске. Полицейские поймали примата и передали его в ветеринарную службу. Попытки приблизиться успехом не завершались. Обезьяна была недрессированная. Пытались подозвать ее, но успехов это не дало. Мною было принято решение залезть на дерево и снять данную обезьяну. Поскольку дикое животное, опасно было в руки брать. Мною было принято решение снять китель и накрыть обезьяну, что я сделал. А вот такое видео выложили уже пользователи социальных сетей. Вероятно, вторая из сбежавших обезьян была замечена в одном из цехов НПЗ. По словам очевидцев, капуцин истощен и не подпускает к себе людей.